Обмен студентами, поставки современного медицинского оборудования и информационных технологий. Новосибирская область и Королевство Нидерланды готовы к сотрудничеству. Сегодня глава региона обсудил с зарубежными представителями, как будут развиваться двусторонние отношения. Мы рады всегда сотрудничеству международному. Для этого проводим очень много здесь, на территории Новосибирска, много таких форумов с участием международных экспертов, международных компаний, которым показываем наш потенциал, показываем наши перспективы, показываем там, где мы нуждаемся в взаимодействии, в сотрудничестве, в инвестициях. Поэтому мы показываем свои новые разработки, которые могут применяться где-то в других территориях. Товарооборот между Новосибирской областью и Голландией по итогам 7 месяцев текущего года составил 800 миллионов рублей. По мнению самих европейцев, это недостаточный объем. В планах расширять сотрудничество. Так, одна из крупных голландских компаний намерена поставлять в наш регион современную медицинскую технику. Иностранцы готовы принимать у себя студентов из Сибири и представлять свою продукцию и перенимать опыт наших специалистов на крупнейших сельскохозяйственных выставках региона. Конечно, мы наблюдаем большой спад в нашем взаимном товарообороте. Экспорт в Россию уменьшился примерно на 35% в этом году, а по некоторым данным даже на 50%. Это наносит большой ущерб нашей совместной экономической деятельности. Нидерланды заинтересованы в сотрудничестве и не только с Москвой, но и с регионами Российской Федерации. И это одна из важнейших причин, почему я сегодня здесь, для продолжения диалога.